Черной ручкой Матвей Мелешкин нарисовал целый пейзаж – реку, деревья и звезды. А эту картину в молодежно-библиотечно-информационный центр прислала из Казани Вероника Демьянова. На листе А4 простым карандашом девочка нарисовала гамак, на котором она отдыхает и читает любимую книгу. Эти рисунки приурочены к акции «Счастье книголюба это». Эту акцию, ну, мы ее проводим, естественно, для всех любителей книги. То есть, понятно, те, кто приходит на нашу страничку ВКонтакте, но поскольку страничка библиотеки, эти люди, ну, естественно, любят книгу, любят чтение. Поэтому мы захотели составить как бы вот такой вот для себя портрет нашего пользователя, наших друзей, и посмотреть, кто же действительно является, интересуется нашей работой. Участие в акции могут принять дети старше 6 лет. Для этого необходимо нарисовать черно-белый рисунок, сфотографировать его и прислать в социальную сеть ВКонтакте. Мы решили сделать это максимально просто, так, чтобы любой человек, тот, который не имеет там дома красок под рукой, ну, чем угодно, черной ручкой, там, синей ручкой, карандашом мог это нарисовать. Или для того, чтобы, ну, просто экономить еще и время, потому что, ну, что-то такое простое в черно-белом варианте можно нарисовать где угодно, я не знаю, по дороге на работу. Акция «Счастье книголюба» это продлится до конца августа. По ее окончанию сотрудники библиотеки создадут видеоколлаж, в который соберут все работы участников. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.